Добрый день, участники научной практической конференции «Шаг в будущее». Меня зовут Дешковский Ростислав, ученик 5 класса. Тема моего доклада «Применение различных видов головоломок для развития логического мышления». Актуальность данной темы – решение головоломок развивает память, воображение, находчивость, сообразительность, наблюдательность, логическое мышление и помогает усваивать предметы математического цикла. Практическая значимость заключается в том, что материал данной работы может использоваться на уроках математики и занятиях внеручного курса для организации интеллектуального досуга на школьных переменах и дома. В процессе работы над проектом мы поинтересовались, какие головоломки знают ученики моего класса. С этой целью проведен опрос. В опросе приняли участие 8 учеников. Таким образом, результаты опроса показали, что знания школьников о видах головоломок недостаточны. Тем самым подтвердили актуальность темы проекта. Обобщив собранную информацию, мы пришли к выводу, что наиболее эффективно донести ее до одноклассников можно на практическом занятии. Главная задача – заинтересовать одноклассников головоломками, привить им новые полезные навыки, расширить их круг интересов. Работая над проектом, мы пришли к следующим выводам, что решать игры головоломки не всегда необходимо использовать конкретные умения и навыки. Надо применять смекалку. Стоит попробовать несколько способов рассуждения и выбрать наилучший. Нестандартный головоломки, полезный способ сократить время в ожидании или в поездке. Механическая головоломка – отличный подарок, причем универсальный. Выбирать головоломку нужно. Отталкиваясь от своих предпочтений, головоломки могут иметь разные формы и содержание. И в разных странах их используют не только как развлечение, а и в учебных целях.